Примечательно, что теперь в очистке города участвует и та самая Salubrity Solutions, которая спровоцировала кризис. Вот и пришла в Бельцы мусорная помощь, так сказать, в кавычках. Но что самое интересное, машины из Кишинева, вот мы даже видим здесь муниципал Кишинев, Реджия, все понятно. Но а вот тут мы почему-то видим странный адрес, который находится прямо в Бельцах, и бельские контакты, но машина-то приехала из Кишинева. И вроде как, с другой стороны, мы можем увидеть, мы картиночку покажем о том, что Terra Salubritate, Salubrity Solution, очень интересно, какая интересная помощь к нам приходит прямо из Кишинева, с нашими бельскими адресами. Неудивительно, если учитывать длинный шлейф отношений этой компании с представителями Демократической партии. Сами создали проблему, а теперь ринулись ее решать. Да так, чтобы у Публика ТВ была объемная и масштабная картина для съемок. Чтобы ее дополнить, остается только вызвать на подмогу кишиневским карабинерам румынскую жандармерию.